Героиня нашей сегодняшней программы – воспитатель детского сада номер 7 «Звездочка» города Усть-Жегута. Победитель республиканского этапа всероссийского конкурса «Воспитатель года России 2019» Юлия Кириченко. С самого детства наша героиня знала, что она хочет связать свою жизнь с педагогикой. Еще девчонкой она пробовала себя в роли учителя. Правда, ее учениками тогда еще были куклы и мягкие игрушки. К тому же Юле очень нравилось учиться в школе, она была примерной ученицей. Окончив школу, она поступила в педагогическое училище города Черкесска. В 2000 году ей была присвоена квалификация «Учитель начальных классов и учитель изобразительного искусства» по специальности преподавания в начальных классах. Свою педагогическую деятельность Юлия начала в своей родной второй школе города Усть-Жегута. Но девушка не останавливалась на достигнутом и поступила в Карачаево-Черкесский государственный университет. Как говорит наша героиня, со школьных лет ей нравилась география. Окончив университет, Юлия получила специальность учителя географии и экологии. Молодой педагог всегда повышала свои профессиональные навыки. В 2016 году получила диплом магистра по направлению «Педагогическое образование». За многолетний стаж работы учителем наша героиня приобрела огромный опыт, а главное – опыт общения с детьми и их родителями. Но однажды Юлия решила поменять свою жизнь и уйти из школы, но только для того, чтобы перейти работать в детский сад. Юлия – человек с открытой душой, и ей всегда было крайне важно работать с полной самоотдачей и понимать своих учеников и воспитанников. Когда учишь ребенка чему-то новому и видишь результат своих трудов, то на душе становится светлее. Кириченко Юлия Николаевна, воспитатель детского сада «Звездочка» в городе Усть-Жегута. Она с достоинством несет свое призвание, подтверждая собственный профессионализм участием в различных конкурсах и занимая призовые места. Так Юлия стала победителем республиканского этапа всероссийского конкурса «Воспитатель года России-2019». В этом ей помогли ее личностные качества – самокритичность, требовательность, доброта, внимание, умение учитывать интересы детей и, конечно же, большую роль сыграла поддержка самых важных людей в ее жизни – супруга и двух сыновей. Юлия придерживается своего профессионального кредо, воспитывая детей совершенствоваться над собой. Добрый день, Юлия Николаевна. Здравствуйте. Я очень рада видеть вас в стенах нашей студии. Юлия, вот мне хотелось бы начать именно с вашей профессии. Быть учителем – это призвание. Никогда человек не сможет быть учителем, если в душе у него нет такого чувства любить детей и давать хорошо и правильно уроки. Расскажите, пожалуйста, с чего начинался ваш путь, потому что вы по образованию учитель. Совершенно верно. Ну, сначала, конечно, я выбрала профессию учитель начальных классов, поступила в педагогическое училище города Черкесска, которое закончила в 2000 году. Затем сразу пошла работать учителем начальных классов в ту же школу, где я училась. Да. Мне дали первый класс сразу же. Я их выпустила, набрала второй поток, довела их до второго класса. Затем ушла в декретный отпуск. Когда уже вышла с декретного отпуска, закончила, соответственно, университет. Угу. По образованию география, экология.
и пошла уже учителем географии работать в старшие классы. Почему именно география и экология? Ну, не знаю, потому что я очень люблю природу, именно природу Карачаева-Черкесии. Мне нравится природа, поэтому, вот не знаю, выбрала именно такую специализацию. Но хотя подавала и документы параллельно физмат, худграф, но так как экзамен по географии был первым, и меня тогда настоятельно рекомендовали. Ага, да, то есть, получается, наставники решили больше, вашу судьбу именно в этой сфере. Я уже потом не стала сдавать экзамены ни на худграфе, ни на физмате, и осталась на геофаке. Ну вот я знаю такую небольшую тайну о вас, что вы очень любите рисовать и всегда рисовали. Почему все-таки вы решили себя не реализовать именно учителем художественного? Даже не знаю, потому что когда училась в педучилище, там нужно было выбрать специализацию вторую. Я выбрала учитель рисования. С детства любила рисовать, особенно модели для кукол, одежду. И в мечтах, конечно, было стать модельером. Но почему-то так случилось, что именно пошла в педагогический. Какие были ваши первые уроки с малышами? Было очень много практики именно педагогической. Сначала это были пробные уроки в 9-й школе города Черкесска. Затем первые дни ребенка в школе была практика. Конечно, потом была практика преддипломная, которая длилась почти 2 месяца. Я ее проходила также во 2-й школе в городе Жигута, во 2-м классе. У учителя Неловкиной Ольги Николаевны, которая очень мне помогала, наставляла. Мне очень нравилось давать открытые уроки. Да, считаю, что к каждому уроку готовилась очень тщательно, продумывала все, потому что нужно было дать знания, заинтересовать детей, да, чтобы они к тебе расположились. Поэтому вот старалась готовиться ко всем урокам. А что было самое сложное для вас, вот именно в начальном этапе вашей рабочей деятельности? Когда пришла на работу уже и дали первый класс, конечно, было страшно, да, как тебя воспримут дети, родители, да. Ну, конечно, научить их, потому что дети все разные, одни читающие, другие нет. И еще как бы много детей, которые не ходят в детский сад. В то время не ходили в детский сад, в городе Жигута, поэтому тяжело было изначально, да. Но вот вы все-таки решили поменять свою сферу деятельности и уйти от педагогики. Ну, не совсем, конечно, но немножко решили пойти другим путем. Почему? Ну, проработав в школе, можно сказать, общий педагогический стаж у меня 18 лет, проработав в школе 16 лет, я решила поменять свою сферу деятельности. Ну, конечно, недалеко ушла в детский сад. Угу. Выпустила 9 класс. Это у меня был 2-й набор уже, как бы. Выпустила 9 класс и написала заявление. Прихожу к директору, говорю. Она была в шоке. Он, Магомед Ситович Каркмазов, да, это мой учитель еще. Он, сколько вот я училась в школе, он был директором, и параллельно он у нас вел математику. Замечательный человек. И когда я пришла, говорю, Магомед Ситович, я написала заявление. Он так на меня смотрит, говорит, нет, говорит, я тебя не отпущу, говорит. А родители знают об этом, будучи я уже взрослая, мама 2 сыновей, говорит, а родители твои знают об этом? Я говорю, знают. Он говорит, ну дай маме номер телефона, я ей позвоню. Вас не хотели отпускать. Не хотели. Он говорит, я тебе даю на раздумье до конца августа, вот ты подумаешь и потом скажешь мне. Ну, все-таки я уже твердо решила, что я уйду со школы. Ну, потом, куда деваться, он подписал мне заявление. Даже он не подписал, я получилось так, что он говорит, ну, если ты устала, говорит, отдохни. У нас можно, если есть стаж 10 лет и более, можно взять
академический отпуск, как бы за тобой сохраняется место, стаж. Да, ну стаж педагогический не идет, общий стаж идет, и место сохраняется. Вот я дома посидела годик, отдохнула, можно так значит, сказать. Еще подумать. Да, подумала. Ну потом пошла, узнала в саду место воспитателя. Ну, как-то, так можно сказать, мне через недельку позвонили, говорят, если хотите, пожалуйста, выходите воспитателем. Чем отличается школа от сада? Школа от сада? В школе уже дети такие более сформированные уже, со своим «я». А здесь детки маленькие еще, они на тебя смотрят с широко открытыми глазами, улыбаются тебе, да, и вот с ними как легко. Поэтому не знаю. Ну вот вы почувствовали колоссальную разницу, да, когда ушли со школы и пришли в детсад. Конечно, разница есть. И время свободное появилось, можно так сказать. Дома больше стало находиться со своими детьми. Как принял вас коллектив? Коллектив? Ну, коллектив принял хорошо. Да. Очень сложно, потому что, когда попадаешь в основном женский коллектив, то нужно всегда реабилитироваться и подстраиваться уже под тех людей, которые там работают давно, есть свои устои, порядки, правила. Вот в чем, с какими сложностями столкнулись вы? Ну, я пришла сразу, конечно, мне дали сначала одну группу, я работала 2 месяца в одной группе, а потом уже с сентября как бы начали расформировать, и меня, получается, одного воспитателя убрали, меня поставили уже, ну, не знаю, к воспитателю, который там работал, да. Ну и, конечно, притирались друг к другу, можно так сказать. Ну, нашли быстро общий язык, и нам сейчас комфортно с ней работать. Это Уртинова Халимат Захаровна. Большое спасибо за понимание, за поддержку. Поэтому мы сейчас работаем слаженно, дружно. Замечательные детки. Отличные получаются утренники у нас. Да, это очень здорово. Вот вы говорите про утренники, про реализацию, в принципе, каких-то творческих процессов, да? Вы все-таки человек не только любитель географии и таких более гуманитарных наук, но вы еще любите все-таки рисовать. А это уже художественная и творческая работа. И вот вы, наверное, в своих группах как-то развиваете, да, такие моменты творчества. Конечно, детям очень нравится и рисовать, у нас занятия по рисованию есть, конечно же, и в свободное время мы с ними рисуем, мы что-то делаем, это поделки, можно так сказать, и руками мастерим, необычные там цветы делаем, от салфеток. От этого получается удовольствие. Да, и уже как бы дети сами выполняют те работы, вот, которые мы потом уже используем там, на утренниках, допустим, оформление тоже. Вот любой человек, когда он выбирает свою работу, он идет туда, где близка его душа и вот куда тянется сердце. Получается, работая в школе, хотя вы довольно долго проработали в школе, проработали учителем, заработали достойный, богатый опыт, знаний и стаж. И ваша душа тянулась именно вот в другую атмосферу. Скажите, не было такого, что вы вот когда-то пожалели о том, что вы ушли? Или все-таки вы поняли, что вот сейчас вы находитесь на своем месте? Ну, иногда я думаю, что вот как бы как там в школе, да, потому что и мои дети учатся в школе, и в прошлом году тех, которых деток я выпустила из 9 класса, часть пошли в 10, в 11. Вот они в прошлом году выпускались, 11 класс, конечно, душа болела за них, вот хотелось именно туда, к ним, именно. Ну, и здесь я, конечно, нашла свое место, можно сказать, и творчески, и профессионально. Поэтому. Но вот вы кардинально поменяли себя в этом. То есть вы не пошли работать в университет, хотя у вас багаж ваших знаний, диплом вам позволяет преподавать в университете. Вы решили пойти именно туда, где море эмоций, детской непосредственности, улыбок и, наверное, заряжает вас всем этим. Ну, можно сказать, еще, конечно, да, заряд бодрости, энергии.
Ну, иной раз приходишь, что дома не хочешь разговаривать со своими, потому что наговоришься так, что устаешь. И, конечно, вот хочется заложить в детях то, что вот потом им пригодится в школе в дальнейшем, вот именно начиная с сада. Правильно, потому что это как вот, когда строишь дом, да? Фундамент, а потом по кирпичику все идет, 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 и уже получается красиво большой дом, так и в детях выходит хорошая личность. То есть когда ребенок после сада идет в школу, сразу видно, насколько он подготовлен и насколько он правильно себя ведет. Потому что именно вот этот вот этап первоклашек, вы это знаете, да? Когда они приходят и вообще не понимают, что происходит, и они еще хотят пойти погулять, побегать, они должны сидеть на уроке, уже у них дисциплина. Дисциплина. Даже буквально, вот, да, родители ж, получается, выпускников. У меня подготовительная группа, они в этом году выпускаются уже, завтра утренник. И они говорят, ну вы же учители, начальные классы, давайте вы вместе с нами пойдете в школу, так возьмете их в первом классе и будете до 11-го. Да, какие хитрые родители. Позволяет образование взять. Не задумались об этом? Да туда-сюда бегать как-то не хочется. А вы рисковая? Нет. Нет? Нет. Наверное, прежде чем принять какое-то серьезное решение, вы очень долго будете обдумывать. Очень долго подумаю, посмотрю, взвешу все за и против. А вот директор школы, он сказал о ваших родителях. Дай мне телефон, я позвоню твоей маме. Скажите, вот вы советовались с мамой, и все равно все-таки, ну, слово «мама», оно имеет место быть, и вообще, как бы, взрослый человек, он будет более опытнее и правильнее наставлять нас на жизнь. Вот что говорила ваша мама? По поводу перехода в детский сад? Ну, говорила, смотри, как тебе будет лучше, поэтому, чтобы не была я виновата. Ну, а так, говорит, конечно, попробуй еще в саду поработай. Быть учителем и связать свою жизнь с педагогикой – это было вашим решением или все-таки ваши родители повлияли на это? Нет, это было моим решением, поэтому родители здесь как бы поддержали, помогли, так сказать. Ну. Получается, что с самого детства вы уже знали, кем вы будете. Вот не было такого, что, вот, ну, да, вы хотели связать себя с дизайнером, модельером, но, тем не менее, это все равно обучающаяся профессия. Да. Ну, учитель, наверное, это призвание. В детстве еще рассаживала и кукол, да, и мягкие игрушки. Тогда мало мягких игрушек было, но, тем не менее, конечно же, и родная сестра, и двоюродные сестры, они недалеко жили, поэтому играли в школу. И родители вас поддержали в этом, и вы спокойно поступили? Поддержали, конечно. Еще и мама, когда училась в педагогическом училище, она помогала и вырезала мне, и рисовали вместе. Не было компьютера, поэтому наглядный материал нужно было делать, счетный материал, поэтому помогала. Ну, как вы сказали, очень много занимает свободного времени, и большую часть вы проводите на работе с детьми, не со своими детьми, да? Да. И все равно какая-то такая атмосфера дома, она должна присутствовать, да? Вот. Какая вы дома? Как вы приходите домой? Как реагирует ваш супруг? Как вы уделяете внимание своим детям? Ну, старший у меня сын, когда, будучи работая в школе, он говорил, мама, ты тех детей любишь больше, чем меня. Зачастую дети так говорят. Ты им больше уделяешь внимание. Да. А здесь ты приходишь, надо тебе что-то делать, уроки, все. А с теми ты, говорит, и ездишь в поездки. Ревность. Да, вот ревность была к работе, можно так сказать. Именно к работе и, получается, к деткам. Как вы преодолели вот этот вот момент воспитания? Потому что там же действительно могло такое закрасться внутри ребенка, что он мог на вас обидеться? Ну, не знаю. У меня такой ребенок, что он понимает, конечно, в
входит в ситуацию. И сейчас даже, мам, ну давай тебе там помогу что-то сделать, там, или давай вырежу, что тебе надо. Ты устала, как у тебя на работе дела, что они там сегодня творили, дети, как бы узнает. Как это здорово, когда мальчики, тем более, да, поддерживают маму и знают, насколько это все-таки трудоемкая работа, когда ты работаешь с детьми, и ты вкладываешь туда, в принципе, все, потому что ваш день начинается с 7 утра. Да, с 7. Вы приходите на работу, заваливается куча малышей, и начинается рабочий день. Вот как он у вас начинается? С чего он у вас начинается? Ну, нужно с самого начала организовать свой рабочий день, потому что если шаг вправо, шаг влево, дети уже почувствуют это, и они слабинку уже, да, слабинку, да? Они чувствуют сразу, поэтому спуску нельзя давать, поэтому режимные моменты, все проходит в игре, в игровой форме, потому что игра является ведущей деятельностью в детском саду, стараемся. Бывает, организовать. Бывает, что даже родителям трудно справиться с одним ребенком. А у вас в воспитании, получается, их около 30 малышей. Вот как вы справляетесь с таким количеством детей? Все же разные. Все разные. Подстраиваешься под каждого. Кому что сказать, кому как посмотреть, кого как погладить по головке, да, поэтому даже когда перед праздниками длительные выходные, там что-то родители уже, что мы будем с ними делать? Родители вот, да, родители говорят, столько выходных, что мы будем с ними делать? Я говорю, у вас один, двое, а у нас, представьте, ну как-то входят в положение и поддерживают родители. А были какие-то такие моменты курьезные с родителями именно? Нет, с родителями у меня проблем нет, поэтому как-то всегда все решаем без конфликтов. А какой-нибудь такой смешной случай с малышами можете вспомнить? С малышами? Буквально сегодня. Да? Да, я пришла на работу, как обычно, сделали утреннюю зарядку, сели побеседовать с ними. Одна девочка мне говорит, почему-то, говорит, вы сегодня, говорит, не расчесанные. Ага, да. То есть они замечают, они как вы выглядите. Они все замечают, да, все. В чем пришла, каким губы накрасила, да, у тебя там туфли новые или что-то, все видят. Вот вы говорите в игровой форме, но сейчас детки все равно отличаются от деток, ну, там, 10 лет назад, да, какие были. Они какие-то другие, более развитые, более смышленнее, ну, вот что-то такое интересное в них происходит, как маленькие взрослые дети, вот можно вот так сказать. Поэтому они, наверное, замечают, наверное, самые тонкости и мелочи во взрослых уже людях. Как вы думаете, с чем это связано? Почему вот детки именно такие сейчас, более развитые, более смышленнее? Потому что время не стоит на месте. Угу. Современные родители, современные дети. Поэтому, наверное, так происходит все. Даже игры у них, можно сказать, если когда там самостоятельная деятельность детей, они необычные игры играют. Вот если за ними понаблюдать, конечно, стараешься, да, там сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, да, как у нас были там казаки-разбойники или что. У них, это, не знаю, игры компьютерные почему-то. Правда? Вот они реализуют компьютерные игры. То зомби у них, они играют, да. А зомби играют? Не знаю, как можно в такую игру играть. Ну, это, видимо, может, они смотрят мультики, да, да, и все это все равно остается у них в голове. А какие вы даете навыки именно того времени? Вот что детки получают именно вот тех времен? Конечно, в первую очередь это уважение к взрослым, к своим товарищам, воспитание, да. Конечно же, беседы проводим различные, чтобы дети уже имели представление. А умеют они слушать? Слушать? Ну, если вам честно сказать, что, наверное, трудно они поддаются, воспринимают, да, то, что им говоришь. Они отвлеченные, они что-то хотят делать свое. Чтобы их заинтересовать, нужно приложить много усилий. Поэтому
В этом, вот, да, есть проблема, чтобы детей заинтересовать и чтобы они тебя слушали. С самого маленького возраста можно определить уже, кем будет ребенок. То есть сейчас, в принципе, это сделать несложно, потому что даже по тому, как он говорит, как он себя ведет, да, есть ли в нем лидерские качества, или там более он любит танцевать, петь, рисовать, или наоборот сидеть за книжкой. Вот есть ли у вас такие дети, которые вы можете сказать, вот он будет, допустим, президентом? Конечно, есть, да. Многие дети любят петь, да, многие дети любят рисовать. Некоторые как усидчивые, поэтому можно сказать о том, какой он будет в школе ребенок и как у него будет все это получаться. Легко ли будет ему даваться программа. Да, есть, которые дети плохо усваивают, плохая речь у многих детей, поэтому им тяжеловато. Но сейчас даже в детских садиках работают, по-моему, логопеды, да? Да. И психологи, с ними все работают. Это так здорово, потому что действительно мир не стоит на месте, мы куда-то движемся вперед, и ребенок – это уже маленькая личность, которая что-то может, когда придет в школу. Вот я заметила, что детей действительно вовлекают во все такие организационные моменты больше каких-то концертных мероприятий, театрализованных представлений, дают им попробовать разные роли, да, вот кто кем, может быть, там какой-то сказки. Вы всех деток всегда вовлекаете? Или есть зрители и участники? Или все-таки все участники? Нет, у нас все дети участники, даже если вот утренник у нас, да, как само собой, что всем на утренник невозможно дать стихи, да, потому что родитель хочет, чтобы его ребенок рассказал стих на утреннике. Правильно. Ну, стараемся, да, у кого там речь более хорошая, им даем стихи, те, которые дети не могут выразить, да, там, допустим, свои мысли, уже им даем роли в танцах, да, там, в сценках, поэтому все участвуют. Чередуем стихи, то, что один утренник, допустим, одни рассказывают стихи, другой утренник другие рассказывают стихи. Поэтому у нас обид нет ни со стороны родителей, что мой ребенок не участвует. Все участвуют, дети. Вот вы сказали про обиды. А вот детские обиды были? Обижаются дети, да, обижаются. Мне кажется, они так смешно обижаются. Да, да, обижаются. Вот вроде бы, да, их там наказал немножко, да, тут же они надулись, развернулись, все, пошли. Но тут же они остывают, отходят и опять же приходят с улыбкой, обнимают тебя. Но вот бывает, что деток воспитывают прям в строгости. Наказывают, там, ставят в угол. Лишают чего-то, да, что он любит. А бывает, что деток воспитывают наоборот, в такой дружной обстановке, в семейной атмосфере, никогда не наказывают, не ставят в угол. И вот замечаете ли это вы с вашими детьми в саду? Да, есть такие дети, да? Да, которые и в строгости воспитываются, и которым все разрешают. Но все равно детсадовское воспитание – это, наверное, единое. Вы ко всем относитесь более лояльно. Да. Да? Конечно, наверное, детки любят больше в садик ходить некоторые. Да, вот буквально они говорят, все, говорит, у нас утренник, и мы не будем ходить, мы будем грустить. Да, ну, поэтому как бы тянутся. Вот иногда приходят родители рано забирать детей. Они говорят, почему ты так рано пришла, я еще хочу поиграть. Саду. Ну, вот мое мнение, что детский сад, он обязателен для ребенка. Некоторые воспитывают. Сейчас вообще зачастую идет воспитание дома. Вот я заметила даже в соцсетях. Лучше я воспитаю дома своего ребенка. Это будет лучше и правильнее. Мой ребенок будет таким, каким вот хочет мама его видеть. Мое мнение, что это неправильно. Все равно ребенок должен воспитываться в социуме. То есть он должен знать, что такое коллектив, дисциплина, порядок, время. То есть тогда уже начинает совершенно другой уровень воспитания идти. Как вы относитесь к таким мамам, которые вот решают воспитывать детей исключительно дома и против детсадов и дополнительного воспитания?
Ну, я, конечно, полностью с вами соглашусь, что ребенок должен ходить в детский сад. А к таким мамам я отношусь... Даже не знаю, как вам сказать. У нас таких нет родителей, потому что каждый старается отдать своего ребенка в детский сад, привести или даже еще вот на какие-то дополнительные кружки водят деток многих. Ну, то есть это правильно. И, ну, я не знаю, с чем это сейчас связано, но на самом деле очень многие мамочки вот приходят к такому решению. Что дома, да? Да. Коллектив есть коллектив. Вот как ребенка воспитывают с самого детства, да, говорят, что в 7 часов утра ты уже должен быть где-то. Режим. Да, режим. Должен быть правильный режим. Вырабатывается у ребенка. Хоть он и маленький человечек, но он уже знает, что у него все идет по времени. И отступать от этого времени, это просто будет неправильно. Скажите, пожалуйста, вот вы настолько себя реализовали как педагог, сейчас себя реализовываете как воспитатель, и все, в принципе, не зря. Потому что совсем недавно прошел финал республиканского этапа всероссийского конкурса, и вы заняли там первое место. То есть это достойная награда. Я думаю, что вами очень гордятся и родители, и дети, и ваши наставники, и все воспитатели, и заведующие в том числе. Насколько вам было сложно? Конечно, было сложно, да? Это все началось еще в ноябре месяце. Первый этап, муниципальный этап. То есть проходил он в городе Уджигута, где участвовали воспитатели из других садов. С нашего сада я участвовала еще, воспитатель участвовал. Конечно, это нужно подумать, какую ты тему возьмешь для работы, потому что там сдается несколько регламентов. Потом выбрать тему для своего занятия, потому что занятие нужно провести в другом саду с другими детками. Да, поэтому как тебя там воспримут, поймут ли твою речь, твои требования. Поэтому нужно все продумать до мелочей. Ну вот расскажите, как вы это продумали и все-таки с какими трудностями вы столкнулись, когда вы проходили этапы? Этапы? Первый этап, конечно, был, можно сказать, не такой уж и сложный, да, потому что проходил он в родном городе, во втором саду я давала занятия, опять же, с детьми подготовительной группы, так как у меня подготовительная группа, выбрала тему, связанную с экологией, опять же. Почему-то так и подумала, сейчас скажете, география. География, экология, да. Тема моего занятия была «В гости к матушке природе». Mm-hmm. Опять же, воспитывали экологическое воспитание. Здесь, да, было больше, как бы акцент сделан. И опять же, творчество художественно-эстетическое было. У меня было интегрированное занятие. То есть я туда в свое занятие включила все, что можно было. И аппликацию, и экологию, речевое развитие, познавательное развитие. Детям понравилось, очень все прошло гладко. Mm-hmm. Ну, конечно, на первом этапе меня подвела аппаратура, потому что это да. Поэтому, но тем не менее, занятие мое было лучшим. Потом мне еще дали грамоту, как лучшее занятие в городе. А потом уже предложили, даже не предложили, поставили перед фактом, mm-hmm. что вы участвуете в республиканском конкурсе «Воспитатель года России». Ну, здесь, конечно, уже... Посложнее, да. Ну, посложнее, как, не знаю, с одной стороны, попроще, а с другой стороны, конечно, опять же, да, в Черкесск нужно ехать. Опять же, сад, тебе дают выбор садов. Уже в Черкесске. В Черкесске, mm-hmm. да, опять же. Познакомилась с детьми, выбрала сад. Не знаю. Вы сами могли выбрать? Ну, там несколько садов давали, uh-huh. там, допустим, сколько? 7, по-моему, садов было. Да, вот я выбрала 27-й сад. Пошла, познакомилась с детками, да, и вот уже следующий этап, это было занятие, конечно, опять же, только присутствовало жюри, дети и я, все, больше вот никого лишнего не было. Как восприняли дети? Которые здесь, да, черкесские дети. Потому да? что все-таки, наверное, 80% успеха это было от самих детей. Да.
Потому что вот как если в школе, да, ты знаешь, что можно сдать, да. Ждать или сказать, да, там, не отвечай, молчи, да, да, да. А здесь дети, дети могут в любой момент сказать что угодно. Да. Поэтому нужно быть готовой к их вопросам, к их ответам неординарным. Ну, не знаю, детям понравилось, дети были довольны. В конце занятия они даже сказали большое спасибо, нам занятие понравилось. Это было, конечно, наверное, лучше всяких похвал. Да, потому что от них зависело, в принципе, все. Да, от них зависело вот. Все. Это и моя победа. И ваша победа в том числе, потому что дети... Они на самом деле, особенно маленькие, это непредсказуемые ребятишки, которые вот, ну, вот не захотят что-то делать, вот они будут. И все, да. И как бы кто не влиял, вот не хочу, не буду. А здесь они вас поддержали, и им за это огромное спасибо. И спасибо воспитателю, да, которая воспитала таких замечательных деток, которые помогли вам одержать победу. Ну, расскажите, когда вам сказали, что вы все-таки победитель, это звание, вот, правда, которое вы должны нести гордо, воспитатель года. Это круто, на самом деле. Вы сами в это верите сейчас? Ну, я до сих пор не могу поверить, потому что даже потом второй был этап. Это была у нас самопрезентация, там нужно было за 5 минут... О себе. Даже не о себе, а представить весь свой опыт работы. За 5 минут, уложиться в 5 минут. Вот что ты делаешь, как ты это все делаешь. Ну, чтобы презентация, да. Да, вот. Чтобы поверили. Там у нас было 12 человек, ага. Да, со всей республики, районы. И... Там я вытащила 12-й номер. А, то есть у вас была жеребьевка? Жеребьевка была, да. И я пока дождалась, пока все выступят, конечно, не знаю, 10 раз. А вы слушали? Да, полный зал был болельщиков, поддержки, да. В Репкро это все проходило, полный зал был людей. На виду у всех, там же потом жюри вышло, посовещались, там же объявили результаты конкурса, когда стояли на сцене. Не знаю даже, когда я получилось так, что я стояла сзади за тем, кто объявлял результаты, да. И читаю в грамоте Николаевна. Думаю, вроде бы из участников никого кроме не меня было. Больше да. Нет никого. Конечно, не знаю. Не поверила. Угу. Такое было чувство, что это не со мной происходит, и зачем это мне нужно. Но это все равно здорово, потрясающе, потому что когда ты получаешь такую награду, тем более это республика, это очень важно. Это здорово, потому что вы должны теперь это звание нести гордо, и сейчас, я так понимаю, вы будете готовиться уже на всероссийский конкурс. Получается так. Не переживайте, у вас все получится. Я думаю, что поддержка – это ваша семья, ваш коллектив и весь город. Они дадут вам только победу и успехи. Ну да, конечно, семья поддерживала очень хорошо. Конечно, муж в первую очередь и помогал мне, и возил. Очень важно. Как папа смеется, у меня занятия было, там у меня и деревья были, и лес. Мы, значит, ходили, да, в лес. Он говорит, и в Москву повезешь лес. Смеялись. Правильно, нашу кавказскую природу заберете с собой. То, что вы знаете на 5 с плюсом, всегда дадут замечательные плоды. Потому что, когда человек находится на своем месте, у него обязательно должно все получиться, и он должен только приносить самые лучшие результаты. Какие у вас планы на будущее и что бы вы хотели пожелать родителям ваших детей? Тем более вы выпускаете сейчас свою группу. Ну, родителям я хотела пожелать, чтобы их дети выросли достойными, никогда их не огорчали, поддерживали, ну и чтобы оправдали все их надежды. А планы на будущее даже... Как будет? Просто жить и работать. Жить и работать, да, воспитывать детей. Юлия Николаевна, огромная вам благодарность, что вы сегодня к нам пришли и
рассказали о том, как вы прошли свой жизненный путь, как вы поменяли полностью свою профессиональную деятельность и стали воспитателем. Это не прошло зря, потому что вы стали воспитателем года. Я думаю, что это ваша не последняя награда. Вы будете еще больше и больше приносить багаж прекрасных наград, дипломов и статуэток, всего. Я вам от всей души желаю только счастья, побед и успехов. И от нас мы хотим вам подарить тоже небольшой подарок. Это фотосессия от нашего фотографа. Спасибо большое вам. Спасибо.